История Латвии. Первые люди на Балтийском побережье появились еще 11 тысяч лет назад, а средневековые летописи фиксируют здесь племена балтов – курши, селы, земгалы, латгалы. В XII веке часть балтов попадает под политическое влияние русских княжеств. По всей видимости, они платят русским дань. В начале XIII века эти земли захватывают немецкие крестоносцы, которые огнем и мечом порабощают балтов в христианство. Здесь создается конфедерация феодальных государств – Ливония. В 1201 году по указанию епископа Альберта была основана Рига. Позже город вошел в состав Ганзейского союза. 16-17 века. В XVI веке движение реформации проникло и в Ливонию. Религиозное брожение подорвало ливонскую государственность. В битву за Балтийский регион вступили Россия, Польша и Швеция. Ливонская война. Россия проиграла. Шведское королевство и Речь Посполитая поделили территорию Ливонии между собой. В этот период переживает подъем Курзамское герцогство. Оно даже захватывает заморские колонии в Гамбии, Африка и остров Табаго в Карибском море. 18-20 века. 18 век – Северная война России и Швеции. Петр I захватил Ригу. Позже, в результате раздела Польши, Россия завоевала весь Балтийский регион. Россия проводит индустриализацию прибалтийских земель. Рига превращается в крупнейший промышленный центр империи. При этом российский царь сохранил привилегии немецких баронов, которые продолжали оставаться главной властью на местах. В конце XIX века начинается движение «младо-латышей» – движение за национальную идентичность и независимость. 20 век. Во время Первой мировой войны территория Латвии захвачена немецкой армией. Однако Германия проиграла войну, а Российская империя развалилась. 18 ноября 1918 года Народный совет Латвии провозгласил независимость Латвийской республики. В течение следующих двух лет Латвия отстояла независимость в борьбе с Германией, с Советской Россией и отрядами Белой армии. Первая республика продержалась 21 год. В 1940-м Латвия была фактически оккупирована Советским Союзом, став 15-й социалистической республикой в составе СССР. В июне 1941-го в Ригу вошли уже немецкие войска. Бои на территории Латвии шли вплоть до 10 мая 1945 года. Красная армия разгромила вермахт, но Советский Союз отказался предоставить Латвии независимость. Очередной этап борьбы за независимость относится уже к периоду перестройки. 4 мая 1990-го Верховный Совет Латвийской ССР принял декларацию о восстановлении независимости Латвийской Республики. Реальная независимость была восстановлена 21 августа 1991 года после неудавшейся попытки переворота ГКЧП в Москве.